Торговая сеть «Европа», как всегда перед праздником, радует оскольских хозяюшек отличной выпечкой собственного производства. Румяные и свежие куличи, изготовленные по особому старинному рецепту, всем придутся по вкусу. Пекари не жалеют для обрядового хлеба самых лучших продуктов и берутся за эту работу только с хорошим настроением. Именно поэтому пасхальные куличи у них получаются такие вкусные. Пасхальные куличи мы делаем на молоке, на натуральном. С добавлением маргарина, изюма, сахара, муки высшего сорта, ванилин. И также у нас взбивается яйцо с сахарной пудрой для смазки. Весь процесс приготовления от замеса теста до украшения пасхального лакомства занимает около 2 часов. В этом году торговая сеть «Европа» испечет для староскольцев порядка 20 тысяч куличей. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Люди еще не знали качества, вкуса. В этом году намного у нас куличей вкуснее. И надеемся, что к нам придут все покупатели. Куличи пекут самых разных размеров – по 180, 300 и 500 граммов. Затейливо украшенные в праздничной упаковке, они придутся по карману каждому и сделают праздничный стол по-настоящему торжественным. У меня невестка пекет, а я чаще покупаю. Мне больше нравятся покупные. Горяченькие очень, даже запах такой вкусный. В том году брали. Даже и после Пасхи брали, понравилось. Так любим очень. Внук любит, поэтому заранее чуть купил. Торговая сеть «Европа» позаботилась и о тех, кто сам занимается выпечкой. Как известно, способов приготовления пасхальных куличей масса. Изобретательные хозяйки добавляют мед, сгущенку, орехи или кусочки фруктов – свой неповторимый рецепт. Для них торговая сеть «Европа» припасла множество нужных и полезных мелочей – сладкую присыпку, всевозможные сорта изюма, цукаты. Также здесь можно приобрести кондитерские пищевые краски, лаки, воздушные кружева для покраски яиц, целые пасхальные наборы для семейного творчества и все, что необходимо для сервировки праздничного стола. Пасхальное застолье всегда отличается особенной праздничной трапезой. В этот день принято выставлять самые вкусные яства. Цех собственного производства торговой сети «Европа» предлагает самую разнообразную продукцию. Большой выбор салатов, роллов, блинчики со всевозможной начинкой и несколько сортов пиццы. Для праздничного пикника свежайший маринованный шашлык из разных видов мяса. И, конечно, выгодные цены. К Пасхе здесь подготовили целый список акционных товаров. Следите за зелеными ценниками. С торговой сетью «Европа» праздник станет поистине волшебным. Магазины «Европа» расположены в торгово-развлекательном центре «Баше» в микрорайоне Альминского и на проспекте Губкина, 1.